Мы усаживаемся, Сережа там комплектовывает корситы. Все как положено, да, папа? Корситку твою устанавливал, да, доченька? А ну покажи платьечко, какое у тебя сегодня. Покажи свое платьице. О, красивое. Надо вообще уже снять, уже жарко. С утра было прохладно. Пристегиваемся, пристегиваемся. Видишь, мама поставила специальную штучку от солнца на камеру. Мы заехали в Костко, чтобы купить покушать. Вон как раз мои идут. Сейчас я сниму, что они там подкупили. Так, что вы купили? Кола. А, вот это вся еда, да? Еще кола. Вот. Все. Здесь хот-доги и... На один хот-дог. Как они называются? Чикенбейки, да? Четыре чикенбейки и один хот-дог. Так, мандарины купили. Будем всю дорогу как семечко лоскать. А себе я купила вот такие креветочки. Что-то так захотелось креветок. Там внутри соус томатный, немножко острый. Засиделись, да? Засиделись, надо расходиться немножко. Надо бассейн сегодня. Бассейн мы едем. Вот мы заехали немножко в такой магазинчик. Здесь и казино, и магазин сувениров. Нет. Ну, мы ради игрушек заехали. Нет, посмотреть, там, да? Там мороженое дастся. И там продается мороженое, там кафешка есть. Thank you. А что? О, лошадки. Все начинается с лошадок. Так. Угу. Дети заходят и сразу лошадки бросаются в глаза. Да? Как Rainbow Dash. Поскакали. Ну, давай купим. А там нажимается? Ну, давай посмотрим сначала еще. Смотри, мам, написано. Написано цена. $20 почти. $19.95. Есть звук у нее или нет? Нету звука. А что это?
Собачка, да? Можно мне? Папа, ну снимай. А что это за собачка? Можно мне эту собачку? Можно? Ой, она с папочкой. Верно, сейчас. Она, дай я посмотрю. Не стоять! Угу. Они-то же самые! Красивые, да, штучки? Болтается. А вот эти что, стоят на месте? А ну. Че ты смеешься? Ты что, решил разбить имущество этого магазина? Ай-яй-яй. Мама, можно эту купить? Ну, сейчас мы посмотрим. Ты пока выбирай. Смотри, выбирай. Я хочу вот это. Что тебе нравится? Я пальца вот так ловлю. Все нормально? Работает? Да. Так, пошли дальше. Ты хоть не снимала? Снимала. Да все пойдет на YouTube. Чесалка надо? Это массажер. Мама, можно купить собачку? Ну и что ты с ней будешь делать? Какая-то собачка непонятная. Как она? Мне надо ходить ее убивать. Вот это не до 11 сегодня. Мам, смотри! Смотри! Цены там на одном. С 8, ну, блюдо главное. С 8 там, да. Ага, уже села батарейка. С 20 долларов. Стейк прибай. Стоит 17 долларов. Один. За кусочек стейка, мясо? Ну, это большой стейк. Собачка! Тебе собачки вот такие тебе. О, Сэмчик, ты же любишь такие, да? На. Давай ты возьмешь такое, да? Не вытаскивай, не вытаскивай. Надо купить сначала. Держи. Вот, Сэмчик уже выбрал себе. 24 доллара стоит. А я хочу так. Вот эти собачки. Хорошо, значит, больше не покупаем ничего. Только вот эти вот сувениры вам и все. Эту не покупаем. Или ту, или ту выбирай. Ту. Хорошо. А эту в следующий раз мы приедем и купим, да? Так у Андрея. Как у Андрея, да, да, да. Это новенькие тебе собачки. Да? Угу. А вот смотри, какие еще есть. Это рюкзачок. Сэм, вот рюкзачок какой есть. О, попугай! Угу. Я хочу попугай. Может, ты хочешь замок, Лизочка? Лучше. Как ты думаешь? Нет. Сэмчик, ты хочешь рюкзачок? Ага. Не знаю. Какашка! Ага. Какашка, мам! Ну, да. Кричать некрасиво такие слова на весь магазин. Какашка! Какашка, какашка. Он уже выбрал себе собачку. Или ты ему и то купишь? Эй, мама! Езди. Сына, классно! Посмотри. Ага. А погнал самолетик. А вот смотри, дракон съел машину. Классный массаж. Видишь? Он классный. Да, иди сюда. Ай, смотри! Принцесса, замок принцесс, да? Ага. Нажимай это. Ага, видишь? Сейчас. Лиза нашла такой замок классный. Посмотри, какие крокодилы. И вот, да, карета, да? Карета. Посмотри, какие крокодилы какие. Ой, что оно отпало здесь. Видишь, какой крокодил? Угу. О, телефон! Посмотри. Сэмчик поставил голову обратно. Я отдавал! Да, такой, как у принцессы, да? 10 баксов. Так, футболочки по 10 баксов. Монтана. Штат Монтана. А это гусеничка, да? Вы выбираете себе вообще игрушки? Так они уже выбрали собачек. А, собачек? Да. Большая и маленькая, да? А
тоже $20. $200 это типа такой стуль, столик какой-то деревянный, из чистого дерева. Этот $100. Это железный, да? Железный. О, смотрите, этот, как его называют? Кто это такой? Миньон. Миньон, да. Ну, пошлите до папы, да? Идем до папы. Гусеница! Она покажи, гусеница, точно. Гусеница! Я уже показала. Весна какашки. Да, придумали, что эти какашки, вот же. А, вот это. Она как бы... Ну, вот, посмотри. Ну, на паузу можешь на телефоне нагадить, подвести? Ну, не знаю, мне не нравится, потому что это только это в лесу где-то ходить на кемпе. Зеркало. Школу ты не оденешь. Там, наверное, зеркало можно. Это мое мнение, не знаю. Хочешь, бери. Что ты сбила? Сбила человека. Ну, вообще, смотрите, вот это лучше Монтан, да. Вот это более такое с горами, с флагом американским. Патриотист. Патриот. Давайте вон там посмотрим. Ну, посмотри. Да. А, Анечка, покажи. А, вот футболочка. Типа лось полицейский. Ну, вы выбрали какую-то себе? Да, что-то выбираем. Ну, мне нравится вот такая. А ты какую взял? Такую же? Ну, тебе можно с волком таким. Волк? Да. Мне ж надо X-Large. А что, нету? А вот там наверху написано. Все, выбрали подарки себе. О-о, вставай. Один упал. Да, молодец, молодец. Липка! А ну покажи. Ты себе такую хочешь? Ну, как хочешь, твой выбор. А ну, покажи. Это волк такой. Кость. Костя. Костя, а ну, покажи, какие ты выбрал себе и Максиму. Эй, а я это. Классно. Так, вот это Костя себе выбрал. А вот это у Максима. Угу, красивая. А я себе вот такую выбрала. И дети выбрали вот такие себе сувениры. А ну, покажи, игрушки такие, да? Да. А, Ксемчик, а ну, покажи свою игрушку. Покажи. А Сэмчик свои любимые собачки. Молодец, молодец. Yeah.